Наши специализированные производственные объединения уже сегодня поставляют государству практически все продукты земледелия и животноводства. Обширное владение у бригадира Валентины Романовны Паршиной в совхозе Детско-сельской. Выращивают здесь овощи и зелень к столу ленинградцев. Бригада делегата 25-го съезда КПСС, члена ленинградского обкома партии Паршиной, успешно выполняет планы 10-й пятилетки. Родина отметила Валентину Романовну золотой звездой героя.